Сегодня разбираем на примерах самый простой способ манипуляции статистикой. Способ заключается в выборе удобной и красивой базы для сравнения. Вот вам наш топ таких манипуляций. Начнем с человека, прямая линия которого сподвигла нас на это видео. Есть такой интегрированный показатель – рост продолжительности жизни, то, о чем мы всегда говорили и к чему мы стремимся. Динамика. 2021 год. Продолжительность жизни в России чуть больше 70 лет. 2022 год. Больше 72,5 лет. В 2023 ожидается 74 года. Видимо, предполагалось, что все зрители забыли про катастрофические последствия коронавируса. Если кто-то не знал, то эта пандемия унесла миллионы жизней людей со слабым здоровьем. В результате чего к 2021-му продолжительность жизни сократилась на 4 года. Очевидно, что после завершения эпидемии показатель вернулся на прежний уровень. Но оказывается, это можно записать себе в заслуги. Теперь посмотрим на то, что говорил президент Азербайджана господин Алиев. Недавно на Euronews он рассказывал о темпах роста экономики Азербайджана. В том числе его спросили, как на экономику региона повлияли санкции против РФ. В этом году рост нашей экономики несколько скромнее, что связано с небольшим снижением добычи нефти. Но если мы посмотрим на прошлые годы, то за последние 20 лет внутренний валовый продукт ВВП Азербайджана вырос более чем в 4 раза. И это было весьма заметным достижением. Но почему вдруг в его ответе речь зашла о росте экономики за последние 20 лет? Конечно, это срок его президентства, но вопрос же был совсем про другое. Давайте посмотрим на график роста ВВП Азербайджана за последние 20 лет. Действительно, по данным Всемирного банка, за годы президентства Алиева ВВП вырос в 4 раза. Результат по-настоящему впечатляющий. Ему может позавидовать практически любая страна мира. Проблема только в одном. Практически весь этот рост закончился еще в 2010 году. 13 лет назад. В цифрах это выглядит так. К 2010 году рост составил 3,3 раза. За последующие 5 лет рост был чуть больше 12%. А с 2015 по 2022 год чуть менее 7%. И не в год, а за весь период. А вот график ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, где хорошо видно, как Грузия и Армения догоняют и обходят Азербайджан. Так что, видимо, даже после победоносной войны господин Алиев не готов рассказывать, как многократный рост расходов на вооружение с конца нулевых сказался на экономике страны. У премьера Армении, господина Пашиняна, ситуация абсолютно противоположная. Во всем, кроме методов выбранной манипуляции. Вот что говорилось про запланированные на 2024 год бюджетные расходы на оборону. Расходы Армении в сфере обороны в 2024 году по сравнению с 2018 годом планируется увеличить на 125% или на 309 миллиардов драмов. Реформирование нашей армии и наших вооруженных сил имеет для нас первостепенное значение. Чувствуете знакомую схему? Догадываетесь, почему выбран 2018 год? Да, действительно, именно в этом году расходы на оборону были минимальные. Даже в 2017 году, до прихода Пашиняна, расходы были на 60 миллиардов больше. Давайте посмотрим, что на самом деле происходит с расходами на оборону в Армении. Почти всю свою историю Армения тратила на оборону в 2,5 раза больше, чем тратили в мире в среднем. И входила в десятку стран по доле военных расходов от ВВП. Это приносило, конечно, какие-то результаты, но до того момента, пока с приходом Алиева Азербайджан не начал делать то же самое. Чем это закончилось для Армении, мы знаем. Чем для экономики Азербайджана, мы только что рассказали. Бесперспективность продолжения такого подхода, скорее всего, правительству очевидна. Поэтому все силы брошены на рост ВВП, укрепление экономики и борьбу с бедностью. Именно поэтому в проекте бюджета на 2024 год заложен рост на 37% на образование, про которое наконец-то вспомнили, 17% на экологию, 14% на здравоохранение, 12% на соцзащиту, 11% на экономику, по 10% на общественный порядок и культуру и только 7% на оборону. При этом расходы на оборону остаются чудовищно большими по мировым меркам – 5,2% от ВВП. Но, как видите, правительство считает, что процент горячих голов среди избирателей настолько велик, что проще рассказывать про 125% рост расходов на оборону.